Сегодня на главной площади города Каспийска состоялся концерт, приуроченный празднику весны и труда 1 мая. С самого утра тут развернулись творческие площадки и полевая кухня, где жители могли повеселиться со своими детьми и отведать настоящую полевую кашу. Началось мероприятие с выступления военного оркестра КФЛ, которые исполнили следующие композиции: «Радость Победы», «Служить России», «Лучший город земли» и другие. После всех гостей поприветствовал заместитель собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева. Праздник весны. Желаю вам, как бы этот праздник ни назывался, чтобы он был всегда приятным, радостным для вас, приносил удачу, счастье, мира, добра, благополучия. Самое главное, чтобы наступил в них вам здоровье, благополучие. Еще раз с праздником. Напомню, что Каспийск – один из самых молодых городов Дагестана и страны, детище первых советских пятилеток. И если имя ему дал Седой Каспий, то саму жизнь – завод «Дагдизель». В память о заслугах трудовиков завода, которые вложили свой колоссальный труд в процветание нашего города, хореографический ансамбль «Песни и танцы Дагестан» исполнил композицию «Край родной». Торжество концертной программы также именитые артисты со всей республики и юные дарования муниципалитета. Так, заслуженный учитель Республики Дагестан, член общественной палаты Алексей Шаулов исполняет гимн Каспийска «И моя семья» совместно с воспитанниками творческой студии «Непоседы». Заслуженная артистка Республики Дагестан Заира Даибова и Виктория Качакаева исполнили всеми известную песню «Калинка» и зарядили всех горожан патриотическим духом. Помимо этого на сцене также выступили солист Дагестанской государственной филармонии Денис Федоренко, воспитанники детской школы искусств имени Агабабова, Дома детского творчества и многие другие. Также жители Каспийска решили обратиться ко всем горожанам и поздравить их с праздником 1 мая. Уважаемые жители города, хочу вас поздравить с этим праздником. Мир, май, труд. Пусть всегда будет мир. Будет май, весна. Отмечает праздник весны и труда. Как бы ни менялось название этого праздника, он является для нас самым светлым праздником, днем единения и сплочения нашего народа. Я хочу в этот день пожелать каждому мирного неба над головой. Пусть все, кто ждут, дождутся своих близких. Пусть радость и удача не покидает наши дома. Всех поздравляю с праздником 1 мая. Желаю расцветания, добра и мира. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы было мирное небо над головой. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы всегда были счастливы.